Всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Grounded, естественно, продолжаем потихонечку развиваться. Я хотел бы в этом выпуске немножко построить базу. Да, я хотел сразиться с муравьями, безусловно. Я не думаю, что это будет прям очень сложно, не должно быть. Как видите, мувсет у всех здесь довольно-таки стандартный, то есть они атакуют. Да-да-да-да, я обратил внимание, что атакуют они как-то по определенному паттерну, блин, спокойно. Тихо, подожди, эй, не смей убегать. Потому что там по-любому еще муравьи будут. Части муравья. И все, да? Хорошо. А, у нас с тобой новые идеи. Новый шлем. О, привет. Подожди. Он на меня такой. Отходим. Не забываем уворачиваться, обязательно. Но это не боевой. Не боевой муравей. Опа, это меня спасло. Ау. Черт. Нам нужно подлечиться. А он сюда может забраться или нет? Интересно, надеюсь, что нет. Могу ли я сейчас быстренько сделать себе в лечилках? Нет, вот здесь вот в снеках. Вот такой вот бинт. Почему нет? Мне не хватает... А, нет, подожди, хорошо, нет, могу сделать все правильно. Делаем и сразу используем. Он меня лечит? Муравей вон. Да, лечит все хорошо. У меня проблемы с водой. Лечит, но фигово он меня лечит на самом деле. Нужно еще. Мне не хватает смолы. А, нет, там продолжается лечение. Ты смотри-ка. Куда ты убежал-то? А? Куда ты пошел-то? Я увернулся. В принципе, ладно. Добиваем. Все хорошо. И забираем с него все. Еще части муравья. Я просто хочу посмотреть, может быть, голова, запчасти, ну просто части, запчасти. Я просто хочу посмотреть, можно ли что-то из него делать. Что-то хорошее. Из этой штуки нужно будет проанализировать, плюс мне нужна вода. Интересно, я могу сделать как-то сборщик воды какой-нибудь? Потому что, ну, во всех таких выживалках эти сборщики есть, по-любому. Здесь тоже должно быть. Просто грязь. Нет, это лазер. Да, нам нужно, безусловно, сходить с лазером, разобраться, что там произошло. Но мы в прошлом выпуске, в начале прошлого выпуска, как раз с вами видели. Вот там я видел росинку. Пробитый провод, и его грызли... Я забыл, как это не называется, его грызли клещи. Давай вот здесь поднимемся. Здесь вон еще капля. Ну здесь, в принципе, их навалом. Может быть, можно сделать какую-нибудь бутылку, чтобы хранить их там внутри. Почему мне ударить, чтобы сбить оттуда ее? Кстати, мы совсем рядом с тем местом, где как раз клещи грызут. Так, господи, дай пройти. А вот и они. Зараза, да на. Попытаемся кинуть. Кинул называется. Ладно, попытаемся кинуть вот так. Во, хорошо. Я попил, нет? Нет, я не попил, нифига. Ладно, давай попьем грязной воды. Да что поделать-то? Скажи мне. У нас с тобой жажда, и мы так или иначе умираем. Ну что, палочка, вот там палочка. Мне нужно еще немножечко смолы. Я не мог подумать, что смола будет использоваться в бинтах. А здесь она есть или нет вообще? Я, кажется, все собрал полностью. Да, здесь нету, нужно еще такие палки искать. Ладно, хорошо. Так, давайте мы сейчас с вами, наверное, попытаемся сделать корзину, я ее видел. Чтобы можно было сложить какие-то вещи, которые у нас там просто в большом количестве хранятся в инвентаре, нам это не нужно. Поставим сюда. И нам нужно еще немножечко, нам нужно веревок сделать. Делаем вот здесь вот, три штуки вроде, да? Пошла корзина. Сюда скидываем вот это вот добро, например. А, давайте посмотрим, что нам можно сейчас проанализировать. Это гораздо важнее. Голова. Это просто трофей. Хорошо. А из частей что можно сделать? Это лапа какая-то. Можно сделать дубину. Интересно. Ладно, хорошо, сейчас посмотрим, где дубина делается. Скорее всего, на верстаке. Подожди, действительно... Мне нужно 5 частей. Одна голова, здесь 3 части. Здесь красный мех. И мех нужен.
и получится очень неплохая защита. Ладно, договорились. И на дубину нам с вами понадобится 4 части и 2... Две чего-то там непонятно чего. Там не написано толком. Ай, я не хочу сейчас с тобой сражаться, потому что я просто-напросто сейчас умру. Ну-ка, нет, здесь мы с вами ничего не найдем. Пойдемте палочки поищем. Так что так или иначе, нам с вами сейчас понадобится... А, знаете, что я могу сделать? Я могу пожарить мясо, наверное. Это брось. Этим будем заниматься потом. Я могу пожарить мясо, которого у меня нет. У меня только мех. Я не собрал никакого мяса. Ну, значит, вот этот мех пошел сюда. Камушек сюда. Вот это сюда пошло. Наверное, всякие части пока что будем убирать, чтобы не захламлять карман. Солнце начинает садиться. Ну, давайте хотя бы найдем с вами смолу. Попытаемся сделать себе еще лечилок. И завтра уже тогда отправимся разбираться с этим проводом. Так что в темноте я что-то не очень хочу с этими гадами сражаться. По-любому что-нибудь нехорошее произойдет. Из этой фигни... А я ее исследовал тоже, да. Из этой фигни ничего сейчас сделать нельзя. Да, вот это место. Вон они грызут. Атакуют этого жука. Ну-ка, стоп. Блин, нафига вас тут? Ну-ка. Да, мы только получаем мех с них. Мех нам нужен. Фига себе, они все на него нападают, ты прикинь. Воу-воу-воу-воу, тихо. 4 удара, так много, жесть. Хорош грызть. То есть нам нужно убрать всех жуков отсюда. Ой. Хорошо, ладно. Сейчас разберемся. Много муравьев. Сразу двое. Хотя, с другой стороны, что я парюсь-то? Ну, то есть, что я испугался? Мне, наоборот, они нужны были. Главное, реагировать на звук, да, когда они бьют тебя. Блин, главное не умереть. Главное не умереть. Когда происходит звук удара, нужно, безусловно, уворачиваться. Я собрал? Да, собрал. Бежим. Он меня преследует. Здесь еще муравьи. Воу. Все? Надеюсь, что да. Блин, мне нужно поспать и, ну, восстановить здоровье. Иначе меня сейчас просто-напросто забьют. Давайте поедим с вами грибы. Хорошо. О, привет. Стой. Ах ты гад. Но зато я воду нашел. Блин. Фиг собьешь ее. А вот поэтому ударить нужно. Отлично. Ну я хорошо. Я рад, что тебе нравится. Вот, вот здесь вот скорее всего сейчас что-то будет. Ну-ка. Да, поднимемся. Да, вон вижу. Смолы прям очень мало. Нам нужно гораздо больше смолы. Я вот это вот срубить могу или нет? Вот, видите, здесь нужно оружие второго уровня. Возможно, с какого-то из жуков мы с вами сможем добыть себе такое оружие. Так, там мы все решили. Я просто жду ночи и, естественно, посплю и отправимся с вами как раз зачищать то место. Ну а так, в принципе, пока что можно что-нибудь допостроить здесь, немножко стену там расширить. Например, отрезать хотя бы дорогу вот отсюда, да? То есть мы можем с вами выбрать стену. Вот таким вот образом себе мы сейчас отрежем вот здесь территорию. Это будет теперь наш дом. Во, хорошо. Прямо под стену пришло. Единственное, что нам нужно будет, безусловно, вот с той стороны, скорее всего, это дело провести. А также, знаете, что вот здесь где-нибудь сделаем, вот это уберем. И вот здесь мы лучше поставим с вами ворота, потому что ворота, вот они, здесь есть дверь. Поворот? Вот сюда. Шикардос. Что у нас там по времени? Где моя постель? Чё? Хм? Я сейчас этого не понял. А, муравьи же могут ломать, точно. Ладно, ты идешь сюда. Мне нужны 3 листочка. Поставим здесь сетпоинт. Ну и, в общем, просто пока что займусь строительством. Буду сейчас улучшать эту территорию. Здесь прямо как в форесте можно подбирать сразу несколько планок. Это прикольно. Ну, как в форесте, как в Гринхеле. Такая стандартная выживалка прям. Секунду, а здесь, да, здесь тоже используется. Так. Здесь нужны еще веревки. Смотрите, там какая-то штука, которую мы с вами не можем добыть пока что, мне кажется, да? Слева, вид стем. Это как раз вот та палочка, для которой нам нужен второго уровня топор. Блин, как его добыть? Может быть, с муравьев что-то выпадает? Какой-нибудь жвал или еще что-нибудь такое, с которого можно получше топорик сделать? Потому что этот просто не годится. Что по времени? Время сейчас 17:50.
И да, спасибо за подсказку. Я такой, типа, в прошлом выпуске, что вот, что это такое, что это такое со мной постоянно разговаривает. Это вот этот скаби, SCAB, вот эта штука у нас слева. То есть это какой-то сканер или что-то типа того, да? То есть он показывает наши жизненные показатели. Все, заваливаемся спать. Все, отлично. У нас прошло автосохранение. Так, нам нужно покушать то, что есть. Тихо. Да, просто нажимаем. С утра же должна роса появиться, нет? Видите, как раз даже видно, что он плохо работает. Ну все, пошли в ту сторону. Еду еще мы можем подобрать вот здесь, около грибов. Похоже на мухомор, но я надеюсь, что это сыроежка. О, класс. Еще выступила. То есть, в принципе, каждый день выступает, окей. Смола, это просто замечательно. Вот здесь еще есть одна. Можно сразу сходу себе тогда скрафтить... давай, крафт. Еще парочку бинтов. Просто пригодится про запас. В бою must have. Ну и пошли разбираться, что там происходит. С муравьями потом повоюем. Так. Ребят, хорош на него охотиться. Есть. Прикольно, что сразу двоих бьешь. Собираем всю шерсть. Угомонись. А по этим всего один удар. То есть, видимо, они там из электричества уже подранены. Ну и... А, ты смотри-ка. Здесь темно. У нас с вами есть возможность сделать, естественно, факел. Вот такой. Только, блин, мне нужен еще один, еще одна единица. А, вот здесь вот можно собрать смолы. Вот это я не ожидал, ладно, хорошо. Подожди, может быть, наверху еще есть. Да, вот. Что это такое здесь? Это же грабли, да? Мне нужен, наверное, какой-то лучший материал. Подожди. А, еще я вижу. Так вот, лучший материал, чем у меня есть, для того, чтобы сделать более хороший топор. Возможно, металл. Я просто думаю, где этот металл достать. Да ладно, бежим. Идите в задницу. Факел? Да, точно. Я же ходил собирать все это дело для того, чтобы сделать факел. И увлекся так, что на самом деле и посражался, и воды нашел себе. Давай, быстренько крафтим инструменты. А, да, точно, можно же лук сделать. Нам нужно будет вот этот мех с мух. Дальше. А откуда берется копье? Точнее, не копье, а эта штука, я, честно говоря, не очень помню. Иглы. В прошлом выпуске находил, нужно будет потом посмотреть. Тихо. Сейчас прыгнет. Ладно, плевать. Зато мы сейчас столько шкурок соберем, останется только с муравьями посражаться. Давай. Все, отлично. Там забили. Здесь никого. 17. Прикольно. Нам этого должно хватить. Это что такое? Слайм молд. Ладно, хорошо. Какая-то слизь. Росток слизи. Все? Да, все. Все, нам нужно исследовать дальше эту машину. Что это такое? Кварц. Смотри, здесь проход какой-то. Написано, что его можно... Нет, вот так вот разбить. Ну давай. Плюс кварц. Может быть, из него можно топор сделать. Но, честно говоря, я сомневаюсь, потому что он какой-то слишком мягкий. Мы его с вами спокойно разбили. Что? Что здесь закопано? Не знаю, друг. Что-то закопано. Давай посмотрим. Барретт. Ха, или он имеет в виду, что здесь под землей лазит? Вот это вот. Ладно, нужно сделать какую-то лопату или что-нибудь типа того, чтобы можно было копнуть. Потому что я знаю, что... Опа! SCAB. Схема. Might Rider. Я не понимаю, что это такое. Ладно, хорошо, потом разберемся. В общем, все. Здесь больше ничего нету. Здесь очень много кварца. То есть его здесь можно добывать. Ну, в принципе, можно по запасу взять еще. Ну что, да. Я хотел сделать муравьиную броню. Камушек нашли. У меня есть место в инвентаре. А что это у вас такое? Испорченное мясо? Ну ладно, мне оно не нужно. Я бы на самом деле
С одним муравьем сразиться. Ну да ладно, давай так. Отходим. Хорошо. Эй! Черт. Нормально. Удар. Хорошо. Клевер. Ха-ха. Воу! Он убегает, да? Бежим. Бьем его. Давай. Есть. Собираем все. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас еще один удар по нам и хана. Нужно подлечиться. Подлечиться где-то на восьмерке. Бежим. Воу. Фуф. Как же так? А я могу? Но если я респаун нажму, что будет? Хорошо. Вот там наши вещи. То есть мне вот это было интересно. Если я умру, то что произойдет? Надеюсь, вещи можно собрать. Да, могут быть найдены в сумке в том месте, где мы с вами умерли. Но, блин, жесть. Я думал, что я вывернулся. Я думал, что я выпрыгнул. Он прям в воздухе меня поймал. Забрать все. Но все не получается, потому что, мне кажется... Нет, хорошо, я тебя понял. Немножко поломанная броня. Мы можем с вами, в принципе, отремонтировать. То есть вот так вот выбираем и при помощи листочков просто вот так вот ремонтируем. Нам даже для этого ничего не нужно дополнительного. А тебя? И тебя можно отремонтировать. И также можно теперь отремонтировать оружие при помощи как раз кварца. То есть оружие и инструменты. Вау, вот это удобно, хорошо. Так, ну это еще не все, мне нужно больше муравьев. Неприятно, что мы с вами умерли, но спишем это на случайность. Куда же ты? Иди вниз. Где он? Я не вижу, ладно. У нас с вами здесь грибы есть. Я думал, сейчас упадет день передо мной. Но нет, ладно, хорошо. А, вот он упал и разбился. Хорошо, блоха или что это такое? Личинка блохи. Давайте еще муравьев поищем. Где-то здесь у них было логово. Мы как раз в прошлом выпуске его видели. Ну ладно, нет, давайте кварц проанализируем. Потому что не хочется заряд тратить на эту ерунду. Дью-коллектор. Дью-коллектор? А это сборщик росы, походу, да? Ну-ка, из тебя что делается? Скорее всего, какой-нибудь фонарь, светильник. Сканс. Я даже не знаю, что это такое. Ладно, хорошо, потом проверим. Я не... Прикольно, Сэп. Смолу не проверял. Ну ладно. Никаких новых рецептов нету. Все старое. Из тебя. А, все. Понятно. Больше у нас нету зарядов. Давай пока что уберем сейчас. У нас очень много вот этого добра. Лишние камушки. Вот это тоже все убираем. Дофига шерсти. Из тебя. Тебя можно пожарить. Да. Из тебя что-то там можно было сделать. Но нет. Лучше мы тебя пожарим. Не буду я сейчас тебя тратить. Вот. Нам нужна нормальная еда. Фуф. Еле попал по тебе. Жесть. Ладно, мясо. Съедаем, на самом деле, мясо. Ой, я... Мне нужно так это использовать. Я использовал сейчас бинт, зараза, случайно. Так, а изгнат у нас с вами, чтобы выпало только шерсть его или еще и мясо? У нас с вами еще 4 части как раз этого. Того это получается 5 частей. Маловато будет. А изгната вот такая шерсть. 7 штук. Ладно, тебя потом... Пошли проверим наш аппарат, посмотрим, что он может сделать все-таки. То есть, сейчас абсолютно все помехи были устранены. Я пить хочу, ну, в принципе, можно это сделать. Да, я представляю. Ну что, активируем. Подожди, это все-таки увеличитель или что? Похоже на то. А, ну кто бы сомневался. Ладно, понятно все. Нам еще придется что-то ремонтировать с вами. Так, какое новое задание? Исследуйте взрыв около дубового дерева. Ну, дуба точнее, oak tree. Около дуба. Но на самом деле нет, я сегодня туда не пойду, потому что и так много все сделано было. Я хочу немножечко улучшить свою базу, потому что, ну, там, на самом деле, стены нужно достроить, разобраться, как сделать более хороший топор. И я бы хотел все-таки сделать муравьиную броню из шкурок муравья. Тогда нам с вами будет гораздо проще, там, глядишь, может быть, сейчас какие-то пауки будут или еще какая-нибудь нечисть. Еще по-любому влетим в неприятности. И потом придется возвращаться или загружаться.
А я тут вовсю, как видите, начал стену уже здесь вот строить сзади. То есть, естественно, еще нужны листы. Вот тут вот парочку как раз слоев поставил. Но, может быть, муравья встретим, нет? Я думаю, сейчас попытаться сделать хотя бы нагрудник муравьиный. Давайте мы с вами забираем часть, забираем вот эту шкурку. Идем сюда и делаем... Где это было? Вот. И делаем здесь кюрт. Да, основная броня. А, ты шутишь? Acid gland, то есть кислотная железа. У нас такого нету. Голова есть, ладно, хотя бы тогда шлем сделаем. Так или иначе, нам это даст более хорошую защиту. На наколеннике на защиту нам не хватает еще 4 части. Но давайте сейчас одеваем инвентарь. Выйди отсюда, закройся. Странный эскейп нажимаю, он не закрывается. Да шадно. Мы с вами можем сейчас вот это вот уже убрать, а одеть, естественно, вот эту броню. Угу. Во. Это забавно. Ладно, хорошо. Ну что ж, я предлагаю на сегодня этот выпуск завершить. У меня есть цель, мне нужно построить забор. Я это сейчас сделаю за кадром. А в следующем выпуске устроим с вами небольшой геноцид муравьям. Сходим, наверное, в муравейник, посмотрим, какие там еще мураши есть прикольные. И нам нужно сходить посмотреть, что там за взрыв был. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. А я попытаюсь этого гада догнать.